основе, конечно, дисциплина. Вот дисциплина на всех уровнях, в том числе и, понятно, дисциплина плательщиков. То есть ты не платишь, а получаешь по различным причинам, конечно, надо отвечать. И здесь я полностью на стороне Господа. А если платишь и отвечаешь, то я на самом деле считаю, что люди здесь правы. На сегодня общая задолженность организации перед газовиками порядка 40 миллионов рублей. При этом суммарный долг жителей около 80 миллионов рублей. Из них 3,5 миллиона приходится на 2 пятиэтажных дома в хуторе Воскресенский. Там ограничили подачу газа в местную котельную. Самый крупный поставщик тепла в Анапе – компания «Теплоэнерго». В настоящий момент один из потребителей отказывается признавать миллионные долги. Идут судебные разбирательства. Чтобы оплатить счета в компании, взяли кредит 15 миллионов рублей и еще 10 миллионов рублей. Переведут на счета газовиков в ближайшие 2 недели. Решение вопросов должно быть в ручном режиме. И на контроле я одержать, и максимально я готов помогать Теплоэнерго по тому нерадивому предпринимателю или директора компании, как его назвать, который не платит Теплоэнерго. Если бы он рассчитался с Теплоэнерго, наверное, бы сумма у нас была снижена. Ну, по крайней мере, я губернатору докладывал, он об этом знает. То есть нам все готовы помогать.